Привет всем подписчикам и зрителям моего канала. Осталось 10 секунд лота. 4010 гривен. Он сейчас продается. Посмотрим, никто ли не поставил ставку. Ну что, 2-1 секунда. Да, лот продан. 4000 гривен. На самом деле это довольно нормальная цена, потому что монета из меди довольно редкая. Как по мне, я думаю, цена у таких монет, скорее всего, будет расти и в будущем, потому что, во-первых, их нет в обороте, их уже изымают, скажем так, они не чеканятся, а тут монета на сторонней заготовке. Я думаю, это довольно хорошая инвестиция. Я сам не поучаствовал, потому что я сейчас в других торгах участвую с другой монетой. Но здесь, я думаю, прикольная покупка. Так что я поздравляю продавца и того, кто купил данную монету, потому что я считаю, что это хорошее вложение в такую довольно редкую монету. Вот, так что всем спасибо, кто посмотрел, кто следил за этим лотом. И подписывайтесь на канал. Всем пока!